церемония журнала «Гламур». Время «Женщина года». Отличное мероприятие, прекрасные люди. Многих вот друзей вижу здесь. Я нарядилась, вот весь марафет, значит, при мне, да, вот. Вручала я, значит, 4 номинации: пара года, прорыв года, актриса года, еще была модель года. Я пришла сюда, потому что мы с Пашей были номинированы как пара года. Но только что объявили, что мы проиграли. О, произошло событие. Вот, дожила. Приятно, конечно. В общем-то, премьера для меня. Я думаю, что очень важно заниматься делом, которое ты любишь. Это не должно быть твоей работой. Ты должен этим жить. Это должно быть в радость.